поддержать Чалова и что приняли устав. Сколько мы можем жить без устава? Надо, чтобы приняли устав. Дайте городу устав! Дайте городу устав! Мы хотим, чтобы он понял, понимаете, что нужно с народом, понимаете? Если будет с народом, значит, тогда мы будем считать, что это защищает. Это ж устав города, по которому мы будем жить.